Вау, сюрпризы! Я никаких сюрпризов не ожидала. Здесь лол, конфетти второй волны. Мальчик лол подписан как Панни Панки. Так это девочка, оказывается. Всем привет, меня зовут Маша. И сегодня я не знала, какое видео снять. И наконец-то придумала. Я сегодня буду делать Let's Play Roblox. Я сейчас нахожусь в игре Epic Mini Games. Ой, там кто-то постучал в дверь. Сейчас открою. Кто там? Почтальон. Здравствуйте. Мам, посылки от мамы Бокс, только одна чуть-чуть пострадала, ее переехала машина. Вы простите, пожалуйста, но я не знаю, что. Вау, сюрпризы! Я никаких сюрпризов не ожидала. Спасибо, до свидания. Круто, сюрпризики! Ну что, пошли распаковывать? Круто! Сегодня мы будем не в Roblox играть, а у нас будет крутая распаковочка. Планшетик уберем. И не забывайте, у меня на канале проходит конкурс от сервиса случайных подарков U-Box. И в эту субботу мы объявим двух победителей. Так что не забывайте, а ссылочка будет в описании на этот конкурс. Кто еще не участвовал, участвуйте. Может, именно вы получите сюрприз от U-Box. Мне прислали вот такие две посылочки. Вот одна, чуть-чуть, которая пострадала при перевозке. На нее наехала машина, так почтальон сказал. И вот вторая, целюсенькая. В красивой коробочке с красивым бантиком с надписью «Мама Бокс». И на этой тоже написано «Мама Бокс». О, и след машины. Значит, ее реально переехала машина. А что ж там тогда будет? Давайте начнем с этой. А эту мы откроем в другом видео. А эту мы сейчас начнем распаковывать. Она вся такая помятая, дырки везде. Это реально ее машина, наверное, раздавила. А что, что внутри будет? Все поломное, что ли? Ну что, давайте открывать. Вау! И вот такая вот коробочка. А интересно, кто мне прислал эти посылочки? Наверное, опять мама заказала. Ну что, открываем. И у нас здесь... Здесь лол, конфетти второй волны. Только он пострадал. От него остались вот такая оберточка. Поставим сюда. Еще такая оберточка. Еще от него осталась половина шарика. И еще одна половинка. А интересно, он будет работать, если я сделаю его шариком? Ой, тут еще конфетти нету. Что же было с этой посылкой по дороге? Так. Ну, работает он на отлично, только вот в нем нет конфетти, но хоть шарик работает, и то хорошо. Ну что, давайте еще посмотрим, что там есть. Там еще есть вот такой вот лист коллекционера второй волны с новыми куколками. Кстати, вы обращали внимание, что здесь мальчик лол подписан как Панни Панки? Так это девочка, оказывается, а не мальчик. Вот это у нас лист коллекционера на украинском языке. А интересно, как он по-русски вот этот называется, мальчик? Мне интересно, а у кого есть русские листы коллекционера? Пишите в комментариях, как там мальчик называется, лол. Может, это действительно девочка? Ну что, давайте еще посмотрим, что там осталось. Вот такая оберточка там осталась от куколки. А куколка, кстати, есть? Ее там нету. Вот еще упаковочка. Вот. Как играть?
Мне кажется, по дороге кто-то этот шарик открыл уже. Там еще есть вот такая вот штучка от шарика. Еще там есть вот такая первая оберточка. А вы знаете, какая мне куколка попалась? Она там тоже есть. Мячик. Вы уже догадались, кто это? Да, правильно, это вот такая вот куколка. Они все такие раздавленные, плоские. Мы будем открывать дальше. Кстати, тут еще есть еще сюрпризики. Здесь еще есть яблочко. Оно тоже пострадало, его переехала машинка. И теперь это то ли сквиши, то ли чипсы яблочные. Кстати, у нас еще есть здесь несколько сюрпризиков. Здесь есть Барби. Она такая в такой плоской упаковочке. Давайте ее откроем. Я надеюсь, хоть кукла целая. Как это называется? Кукла, отдельно голова, отдельно туловище. Как в подделках Лол. Сейчас я попробую ее починить. Как обидно, все подарки пострадали. Теперь я попробую прикрутить. Ну как-то так хотя бы. Вот такая вот красивая Барби. В красивом платье, с двумя косичками. Она еще на шпагат, кстати, умеет садиться. Вот шпагатик поперечный. Она еще может правый и левый. Как странно, моя куколка умеет делать все виды шпагатов, а я только на правую ногу. А вы напишите в комментариях, на какой шпагат вы умеете садиться. А может, вы, как эта кукла, на все умеете шпагаты садиться. Ну что, давайте открывать дальше. Что тут у нас еще интересненького? О, это палочки вкусно мамы. И как странно, они совершенно не пострадали. Эта пачка целая, со всех сторон она целая. Вы представляете, мало того, что она вкусная, полезная и с витаминами, так она еще и прочная. Выдержала колес машины. Все игрушки поломались, а она выдержала. А что тут у нас еще есть? Вы в жизни не догадаетесь. Еще одни палочки. Вот такие вот. Это тоже вкусно, мама. Точно такие же, как и эти. И вы представляете, Лол разломался. Кукла разломалась. Ну, я ее сейчас только починила. Посмотрите, что произошло с яблоком. А с кукурузными палочками все окей. А теперь я знаю, откуда этот мама-бокс. Это, наверное, мне вкусно мама прислала. Они, наверное, знают, что я очень люблю такие палочки. А если вам понравилось это видео, то напишите в комментариях. Вы хотите, чтобы мы открыли с вами вторую большую и целую коробочку? И поставьте лайк. И как всегда, подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписались. И всем до новых встреч. Пока-пока. Увидимся скоро. Вот такие вот классные подарки у нас попались в мама-бокс. А по секрету скажем, что этот мама-бокс мы придумали сами. Это наш DIY. DIY мама-бокс. DIY. Сюрприз. Коробка мама-бокс. Да. И не забывайте, у меня на канале проходит конкурс от сервиса случайных подарков U-Box. И в эту субботу мы объявим двух победителей. Так что не забывайте, а ссылочка будет в описании. На этот конкурс. Кто еще не участвовал, участвуйте. Может, именно вы получите сюрприз от U-Box. И всем до новых встреч. Пока-пока.